Больше 80% сельскохозяйственных земель в Алматинской области готовы к началу посевной. В некоторых районах она уже началась. Адильхан Сахарий о работе аграриев в условиях карантина. В Кельдинском районе весенние полевые работы в самом разгаре. Из 18 тысяч гектаров, отведенных под яровые и зерновые, 11 тысяч гектаров уже засеяны. Скоро начнется посев сахарной свеклы. Командитное товарищество Хельниченко ИК – один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей района. В хозяйстве трудятся больше 500 человек. Никаких сокращений не было, в отпуск никого не отправляли. Да, есть определенные трудности в режиме ЧС, но мы с местными исполнительными органами взаимодействуем, отрабатываем, решаем эти вопросы. Вот, которая была обещана солярка удешевленная, мы ее уже получаем. Нет особых проблем у аграриев и при прохождении блокпостов. Местные власти сформировали списки работников крестьянских хозяйств, которые могут перемещаться на территории области беспрепятственно. Однако крестьяне должны иметь при себе необходимые документы. Свидетельство о регистрации и удостоверение ИН на работника. Сколько времени занимает проверка? Минута полтора, не больше. Объявлен карантин, и некоторые люди просто раньше времени начали паниковать, и все, я так думаю. А так-то вы сейчас сами видите наглядно, мы стоим на посту, у нас нет никакого ажиотажа. На сегодня в регионе вспахано больше 80% сельскохозяйственных земель. Уже засеяно 140 тысяч гектаров. Весенние полевые работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Адильхан Сахарил, Жасбай Бусонов, Хабар 24, Алматинская область.